Танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс» прославил город Видное на всю страну. Благодаря его успехам профессионалы и любители со всей России приезжают в наш дворец спорта на чемпионат и первенство Ленинского городского округа в 11-й раз. Уже несколько лет эти соревнования входят в календарь всероссийских мероприятий по спортивным танцам. Нам очень приятно, что здесь у нас на нашем турнире присутствуют финалисты чемпионата России, финалисты чемпионата мира. Отрадно, конечно, что с каждым годом все больше и больше танцоров уже узнают Видное. Почти 2000 участников из 18 регионов вышли на паркет в течение 2 дней. В первый день состоялся турнир по массовому спорту с участием самых маленьких танцоров. Во второй в разных возрастных группах соревновались взрослые. Город Видное представляли воспитанники «Звездного вальса». Давид Егишан занимается в клубе уже более 10 лет. Я ни одного турнира здесь не пропустил, вот уже на протяжении 11 лет. Сначала я пришел сюда, первый раз, сейчас я вам скажу, мне было 7 лет. Я танцевал в начинашках еще. И каждый этап своего становления, взросления я прожил на этом турнире. Партнерша Давида по танцам Ева Гольдфельд сказала, что когда выступают дома, то всегда ощущается поддержка болельщиков и особенно хочется добиться победы. Нельзя подвести свой клуб, нужно выступить обязательно хорошо, мы несем ответственность. Хочется не подвести своих тренеров, показать все, на что мы способны и показать наивысший результат. Кроме того, в категории сеньоры в соревнованиях принимали участие танцоры старшего возраста. Это любители, которые занимаются спортивными танцами в свое удовольствие, но в то же время хотят показать, на что способны. Сначала дочь начала заниматься старшая. Вот. Ну и в процессе мы приобщились к этому. Ну и стали уже мы. Оценивали выступления участников по основным критериям – пластичность, техника исполнения, эстетическое восприятие. По словам судей, работать на первенстве Ленинского округа – одно удовольствие. Я не первый год на этом турнире. Прекрасная атмосфера. В вечернем отделении приглушенный свет, что очень приятно для танцоров. Живая музыка, прекрасно организованный турнир, большая площадка. Опять-таки для пар танцевальных это очень комфортно и удобно. Так что мне нравится. Я думаю, что пары, которые принимают участие, им тоже все нравится. По итогам соревнований представители «Звездного вальса» завоевали 37 призовых мест, из них 18 первых. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.